Сегодня глава Якутии Егор Борисов встретил патриарха Кирилла в Тексе. Глава православной церкви прибыл в Булунский район. Там он совершил молебен в Серафимо-Никольском храме, встретился и пообщался с верующими, после чего прошла встреча с главой республики. Патриарх поблагодарил жителей поселка и руководство региона за организацию визита. По его словам, с момента последнего посещения Якутия сильно изменилась в лучшую сторону. Глава республики также сказал, что в регионе особое внимание уделяют развитию культуры и духовности. Главная роль в этом принадлежит реализации соглашения, которое подписали между Русской Православной Церковью и Республикой в октябре 2010 года в городе Якутске во время последнего визита патриарха. Егор Борисов также поделился планами по строительству и реставрации храмов в республике. Я молюсь о том, чтобы обновилась жизнь русского севера. Чтобы Северно-морской путь снова стал одной из самых важных транспортных артерий России. Я хотел бы также поблагодарить вас, Егор Афанасьевич, за труды, которые вы, как президент Сахани-Якутии, несете. Знаю, как близко вашему сердцу, в том числе и судьба Тикси, и судьба Северо-морского пути. Желаю вам успеха.